довольно в легкой панике я сейчас иду к туалету. О, видал, сколько тут народу на креслах наслаждается. В общем, кофе уже заказан, но я, правда, не знаю, насколько сейчас это разумное решение было покупать кофе. Смотри, хоть где-то еще нужен картон. Ну, ладно, как уж есть. Короче, сейчас я хочу, я буду сейчас сидеть, я поисследую, значит, сталкер, как его вообще, как в него играть. Вообще, мне ничего не получается. Посмотрю какие-то прохождения, посмотрю, как там, главное, как там с этим меню быть, понимаешь? С меню, вот это все обшаривание трупов, там вот эта вся фигня. Как там это все? Здравствуйте, леди. Half-Life. Прекрасно. Надо поработать гвоздодером. Ну вон. Не, ну а что такого они плохого делают, а, скажи мне? Почему меня это бесит? А? Не знаю. Мне кажется, что человек на тренажере уж совсем становится частью этого робота, понимаешь? То есть частью машины. Мне что-то совсем не нравится. О, а может быть здесь есть проход? А, наверное, он здесь и есть, да, точно. И так, знаешь, когда такая женская попа там ходит, как-то невольно приходит в голову мысль о механической даме. Потому что она и есть механическая, когда она поэтому ходит. Не знаю, нафиг платить деньги за вот эту дорожку? Что, нельзя просто по улице походить? Объясните мне. Не понимаю, честно. Сёма не понимает. Сёма отказывается что-либо понимать.